Меня зовут Попов Николай. Я закончил Воронежское художественное училище и очень давно хотел заняться концепт-артом, поэтому давно следил за школой SkillsUp. И еще во время учебы решил для себя, что я хотел бы поучиться 2D-графике. Где-то годик назад я пошел на Basic, вот, а потом через время я вот как раз заканчивал Middle. Ну, во-первых, мне нравятся кураторы SkillsUp, потому что это люди типа, с хорошим опытом, и они отличные профессионалы. Они очень сильно способствуют тому, чтобы у тебя рос скилл, тому, чтобы у тебя работы становились лучше. И, в принципе, они всегда могут тебя направить тогда, когда ты зашел в тупик. Самому тяжело бывает определить, когда есть именно кураторы, это довольно удобно и хорошо. Самое, наверное, интересное в то же время сложная работа была первая для меня, которую я делал на Basic, это был концепт вывески, потому что тогда я только начинал знакомиться с фотошопом и именно рендером, в принципе, и очень многие вещи для меня были в новинку, то есть я эту работу и мельчил, вот, бывало, типа, много лишних деталей добавлял, но потом, в дальнейшем, когда, типа, уже начал как-то свои работы пробовать, типа, также работы на курсе, я начал в хорошем плане именно упрощать и делать так, чтобы они именно смотрелись. Ну вот с Basic мы до сих пор с ребятами общаемся, вот, которые со мной учились. То есть я некоторые там на другие курсы пошли, поэтому не всегда с ними пересекаюсь. Но на самом деле вот ты все равно с ними общаешься, переписываешься, вот, и это позволяет как-то обмениваться информацией какой-то вообще, вот именно создавать коммуникацию, типа там что-то новое узнавать. Ну и в принципе вот, наверное, за этот год очень много друзей именно из самого SkillsUp появилось, художников, которым есть что обсудить, в принципе, именно в 2D-среде, типа вот именно в среде именно геймдева. Ну, я типа решил, что пойду на хай, вот, закончу его. В дальнейшем, ну, хотел бы устроить как раз студию работать, наверное, именно заниматься концептом персонажем или именно концептом окружения. Стилизацию, думаю, тоже типа пойти, потому что мне это направление давно интересно, вот, ну и сам я люблю стилизованные работы.